Szolido, na szybko szolisz. Jeszcze jak ziot. Jest nieka badiomca. Uzmagaj tylko. Ej, co ty działasz? Co ty chciałeś? Nuka, daj сюда. Ej, ty co? Ну-ка, дай сюда. Я нечаянно. Слечаянно, твердо чаянно. А? Как ты его окрутишь? Вон его, угол. Угол? Молчи. Пусть ну-ка обойдется. Она испугает только. Эй, что ты делаешь? Ну-ка, дай сюда. Это мое, угол. Эй, сюда. Это паутины! Паутины! Я не теряюсь! Ой, ваша! Боже мой, очаровательных, но совершенно разных девочек. Ой, а что это за запах? Моей малышке нужно поменять подгузник. Ты что? Что это такое? Сейчас папа все сделает. Ох, что это? Достаточно? Простите. Моя доченька Николь будет нежной как пюшка, когда вырастет. Засыпай. Джессика, папа нагрел тебе молочка. Оно очень вкусное. Дай мне свою соску. Ого, какая крепкая хватка. Это маленькая гантель. Моя Джессика сильная с самого рождения. Давай еще подкрепимся перед сном. Не хочу. О, кажется, я знаю, что тебе понравится. Как тебе такая бутылочка? Девочке с твердым характером нужен особый подход. О, какая большая сладкая вата. Ой, что происходит? Почему моя кровать раскачивается? Джесс, что ты делаешь? Ты не могла бы выбрать более подходящее время для тренировки? Ее должна быть твердой, как сталь. Твои ноги уже довольно накачаны. Ты можешь меня опустить? Она ни на секунду не расслабляется. Ой, Джесс, ты в порядке? Все хорошо. Как ты меня напугала. Я давненько не носила бандану. Надену ее сегодня. Она отлично подойдет под мой образ. Вот так. Косточка, я одолжу у тебя кожаную куртку. Ой, это остатки бургера застряли. Выглядишь сногсшибательно, Джесс. Спасибо. У нежной Николь более легкий стиль в одежде. Внимание, паутина. Загадочности. Добавлю маленький белый акцент. Мой лук готов. Родные сестры не всегда похожи. Дедуля! Эти девушки – это контраст между нежностью и твердостью характера. Ты уверен? Говорю тебе, он отлетел на несколько метров. Это новый модный тренд. Смотри, какие красавицы пошли. Эй, девочки! Эй, ой, ты что? Привет, ребята! Это? И что это был за свист маленького суслика? Вам показать, как это правильно делается? Нужно разогреться. Как ты его укусишь? Он убегал по уголу.
Уго, помогите! Шнёк, что её? А, всё ясно. А, да, что с этой девушкой не так? Я что ты делаешь? Джесс не меняется. Я так стильно оформила свой шкафчик. А, здесь паук! Что ты собралась делать? Это же невинное создание. Иди сюда, крошка. Чего вы смотрите? А, у неё тарантул в руках! Ты здорово их напугал, малыш. Джесс просто невероятно. Держи, держи. Посиди пока в моем шкафчике, дружок. Я заберу тебя после урока. Что случилось? Уже не туда, туда не туда. Плохая Джесс своему стилю не изменяет. Красить ногти на уроке гораздо увлекательнее, чем решать задачки. А к доске пойдет? Джессика? О, вы тоже хотите маникюр? Что ты делаешь? Реши это уравнение. Ладно. Ну и что мне с этим делать? Николь, помоги мне. Тебе нужна помощь? Ладно, подожди минутку. Мне нужно подумать. Сейчас я все решу. Приступай, Джессика. Ну вот, и как мне с этим ходить? Давай, быстрее. Все. Я почти закончила. Смотри, не беспокойся. Не убила. Может, попробовать его содрать? Не выходит. У меня все готово. Ответ 6. О, ну наконец-то. Серьезно? Ты все это время рисовала милый плакат? Мистер Уокер, я все решила. А почему так долго? У вас какие-то претензии ко мне? Нет никаких. Какой мягкосердечный. Я хорошо справилась, сестренка. Да, ты молодец. Спасибо, я старалась. О, уже звонок. До встречи, мистер Уокер. До свидания. Может, стоит попробовать мужской маникюр? Я слышала, он сейчас в моде. Никто не смотрит. Черный цвет придаст мне уверенности. Нежная девушка Николь занимается одним из самых красивых видов спорта. Какой накачанный парень. Привет, красавица. За ним, наверное, как за каменной стеной. Хочешь посмотреть, как я занимаюсь? Эта штанга для меня как перышко. Ох, она тяжелее, чем я думал. Все круто, я даже не напрягаюсь. Я всегда поднимаю такой вес. Долго ты еще будешь тут пыхтеть? Что? Я тоже хочу успеть позаниматься. Штанга твоя. Какой? А скажи, вот как я у тебя в телефоне подписана? Ну... Не ну-кай! Почему это я у тебя в контактах подписана как корова? Сестра, как ты узнала? Я все знаю. Офигеть! Ну скажи, пожалуйста, как ты узнала? Хорошо, я тебе расскажу, как я узнала. Только ты мне сначала скажи, почему ты меня подписала у себя в телефоне как корова? Ну, я разозлился, что ты меня домой позвала. Вот и переименовал. Извини, я больше так не буду. Извиняешь? Хорошо, извиняю. Сестра, расскажи, как ты узнала? Хорошо, давай, иди, садись сюда. Я тебе сейчас все покажу. Что с тобой? Что случилось? Смотри, Вуси, я шаю здесь сиди. А меня забываешь. А меня с ним не тебя не различались. Круто! Смотрите, я не знаю, что же вы видите. Нет! Эй, вы не так поняли. Денег, дядись. Братья, можно идти здесь на ночь назад? Конечно, надо. Женщина, ну, совсем не страшно. Ага, еще как. Ah, 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 ah